Дата единого дня голосования в этом году неизменна – 11 сентября. В процедуре выборов тоже без особых новшеств, а вот пул наблюдателей значительно изменится. В ряды вольются не только северяне с опытом работы на выборах. Для подготовки новичков сегодня был организован специальный семинар. 18 избирательных кампаний в регионе пройдет в единый день голосования 11 сентября. Двери откроют почти 300 участков. Серьезных изменений в процедуре не намечается. Как и ранее, весь процесс будет в центре внимания наблюдателей. Выдвинуть их по-прежнему могут все партии, участвующие в выборах, а также общественное объединение. Стать наблюдателем может и любой неравнодушный северянин. Это работа наших территориальных избирательных комиссий, они проводят обучающие семинары. Ну и, соответственно, если наблюдатели у нас будут подготовлены квалифицированно, то это, конечно, большая помощь нашим участковым избирательным комиссиям. Как было отмечено сегодня на установочном семинаре, на участке теперь максимум 3 наблюдателя. Но в общественном штабе по наблюдению за выборами в Архангельской области, который существует не первый год, отмечают, такого количества достаточно, чтобы обеспечить полный охват происходящего. Сейчас самый разгар обучения, подготовить необходимо около 1000 наблюдателей. Всегда есть обновление. Все рекрутируются те люди, которые прошли какой-то путь уже, которые имеют опыт, ну и как старая формула «сплав молодости и опыта», она всегда помогает и нас выручает. Во-первых, мы славимся Архангельской области тем, что чистотой выборов. И курс неизменен на прозрачность и легитимность всего выборного процесса. Создание штаба наблюдателей – это инициатива Общественной палаты региона. Ее поддержало и правительство области. Сегодня важно не только подготовить человека к необходимости оперативно реагировать на происходящее на площадке, но и разъяснить все нюансы законодательной базы. Легитимность – это безусловный, такой абсолютный приоритет для органов власти, органов местного самоуправления. И поэтому чем больше грамотных, юридически подкованных наблюдателей будут в дни голосования находиться на избирательных участках, тем больше у нас будет уверенности в том, что выборы прошли честно, прозрачно и открыто. Общественная палата готовит наблюдателей не только для выборов 11 сентября. Голосование в регионе намечено и на 9 октября. 141 участок откроется во вновь созданных муниципальных округах. Артемий Заварзин, Ольга Красулина, Регион 29.